С атрибутикой Великой Отечественной выпущено большое количество монет СССР и Банка России. Первая была отчеканена в 1965 году, к 20-летию Победы. Тираж ее 60 миллионов экземпляров. Тогда, как говорит Людмила Емельянова, она была почти в каждой советской семье. Выставка посвящена памятным монетам, которые выпускает Банк России, посвященных победе советского народа в Великой Отечественной войне. Тема Великой Отечественной войны в нумизматике представлена очень хорошо, очень широко. Первая монета, которая была выпущена после долгого перерыва в 1965 году, была посвящена к 20-летию победы Великой Отечественной войны. На монете был изображен солдат, воин-освободитель, памятник, размещенный в Германии, в Берлине, в Трептовом парке. В этом году в честь 77-й годовщины Победы Банк России выпустил монету «Орден Победа». Лишь 17 человек в стране стали кавалерами этого ордена. Трое из них дважды. Среди награжденных был и уроженец Рязанской области, маршал Советского Союза Кирилл Мерецков. Он родился в деревне Назарьево Рязанской губернии. Сегодня это Зарайский район Московской области. 3 сентября 1945 года Мерецков был награжден высшим полководческим орденом Победа за выдающийся вклад в разгром Квантунской армии и победу над Японией. На нашей фотовыставке представлено всего 10 фотополотен. Все они посвящены датам юбилейным, но выпущены не так давно, к 50-й, 65-й годовщине Победы. Монеты как из недрагоценных металлов, латуни, мельхиора, также из золота, из серебра. Можно посмотреть каждую монету подробно, подойти, прочитать про эту монету, из какого металла она была выпущена, в каком году, какой тираж был монеты, а также краткую историю по этой монете. Художники-медальеры, когда создают свои работы, очень часто вдохновляются фотографиями, символами войны или поэтическими произведениями. На одной из монет, которая представлена на выставке, можно увидеть солдата, который очень похож на Василия Теркина из поэмы Твардовского. Тем, кто очень хочет, можно взглянуть вживую. Выставка в лесопарке проработает до 20 мая. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».